Это здание стояло себе спокойно на одной из улочек Цюриха. Но в связи с новыми планами городского начальства его требовалось передвинуть более чем на 60 метров. Для маленькой Швейцарии такой переезд стал событием национального масштаба. Общий вес зданий составил более 6 тысяч тонн. Передвинуть его требовалось для того, чтобы расширить железнодорожную ветку, проходящую поблизости. Мы не хотели разрушать здание, с которым у жителей города связаны воспоминания, тем более, что и само здание – это история в миниатюре, это эмоции и переживания. Это в большой степени символ того производства, которое существовало в Цюрихе. И могу сказать, что все сегодня счастливы, что нам удалось сохранить такой памятник в целости и сохранности. Подготовка к переселению заняла 10 месяцев. Нужно было подготовить фундамент. Там же, куда здание было передвинуто, установить опоры колонны, изготовленные из особо прочной стали. Здание было перевезено с помощью большегрузных платформ. Непосредственно сам переезд занял более 2 суток. Перемещались платформы с помощью гидравлических рычагов. И вот в середине недели усилия увенчались успехом, и здание «Машинфабрик Орликон» получила новый адрес.